землю свою, то и не покинутся помышления его. Блаженный мужик Бог, и Аминь, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море сияже в них, хранящего истину век, творящего суд обиделым, дающего пищу алчущим. Господь, решит окованные, Господь мудряет слепцы, Господь возводит несдержанные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и пусть грешных погубит. Вот царица Господь вовек, Бог, кто сегодня в род и род, и ныне пресны во веки веков, аминь. Единородный Сын и Слове Божий бессмертен сей, изволил и спасение нашего ради. Воплотитесь от Святой Богородицы и пресно Девы Марии, непреложного человечивайся, красный чужой Христе Божий, смерть и смерть поправый, единцы Святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Со всеми святыми помянув, что сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Яко благи человека любит Бог, если тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне прииси и во веки веков. Отверзись и разбудись.
грешнику и смилуйся. Человеческие обычаи украсились, царское священие очень преподобнее. Молить Христа Бога, спастися душа наша. Безначальным и божественным Твоим Духом благоволились ради Иисуса на земле. От отроковицы неискуса мужная Твоя Матери Иисусе. Всего ради обрезан был Исия, как человек освободенный. Слава Всеблагому Твоему совету. Слава смотрению Твоему, слава снисхождению Твоему, единый человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и сие основание непоколебимой Церкви, подаяйся и не крадуме господство человеку, запечатлея Твоими велениями небоявление Василия, преподобнее и ныне и присно во веки веков. Аминь. Всех Господь обрезание терпит, и человеческие прегрешения ко благ обрезует, дает спасение дней с миру, радуется живышних и создателей иерарх, и святоносный божественный тайник Христов Василий. Яко святый си Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Молчишь от меня. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние, достояние Твое. Прокимен глаз первый, уста моя возглаголю премудрость, и поучение сердца моего разум. Тимофею послание святого апостола Павла, чтение. Чадо Тимофея, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный. И не только мне,
но и всем возлюбившим явление Его. Братья, смотрите, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою силу Бога, который воскресил его из мертвых. Братья, таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища, и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Мерьте чтущему. И духови твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пас Израиля во мне, наставляя яко овча Иосифа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Уста праведно был получаться при мудрости, язык его возглаголит слух. Аллилуйя, аллилуйя. Так Евангелие, мир всем. И духови твоему. От Марка Святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его, и крестил. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. По прошествии 8 дней, день, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву, принеси его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати Божией. И благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили его того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающих их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был повиновение у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у человека. Стал Иисус на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и все иудеи Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо и насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Слава тебе, Господи, слава тебе. Отцем все от всей души, от всего помышления нашего Отца. Господи, помилуй. Наши молимся, услыша и помилуй. Господи, помилуй. Милости твоей молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вместе молимся о православном епископе Российской Церкви, Господи нашем Высокопреосвященнейшем, и посолите Иронии все его христи. Попечи. Высокопреосвященнейшего митрополита Ириона, иерарха русской православной зарубежной церкви, да помилует Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков, священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да помилует Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков, и вас всех здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойно молитесь о них, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне присно и во веки веков. Спи, 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 спи,
нашу службу. Сице от рук нас грешных прими дары сия в благости Твоей, Господи. Я когда сподобщий служитель без порока святому Твоему жертвеннику, обрящим взду верных и мудрых строителей в день страшного воздаяния Твоего праведного, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Помыть по Господу, благодарим Господа.
Еще верую, ко сей самое пречистое тело, это самое честное кровь твоя. Молюсь у тебя, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольно, невольно, за словом, за делом, за жизнью, невидимость. Подумай мне суди, напечисти тебя, пищи и станет, во время грехов мы вечно. Аминь.
вечере Твоей тайны, дни Сыне Божий, причастникам, я примени, по врагом Твоим тайну, повернил об занятие дам я по Иуда, но по разбойник исповедуй, я помимо Господи во царстве Твоем. Да не в суд и в осуждении будет мне причащение причистой Твоей тайны, новое исцеление души и тела, аминь. Чисто тело и кровь Господа Бога, спаса нашего Христа, причащается, аминь. Достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, освящение наше Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое. Исполнение церкви Твоя, сохрани, святи любящие боголепие дома Твоего. Ты тех воспрославляй божественной силы, не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мир и Твоему дару, и церковь Твоим, священникам и всем людям Твоим. Яко всякое да не благо и всегда совершен свыше, и исходя от Тебя, со света в небе славы, благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Избави, близ
Господь, сокруши мы сердце, и смиренные духом спаси. Ноги скорби праведным, и от всех их избави тебя, Господь. Храни, Господь, вся кости их, не едино от них сокрушится. Всех грешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистия Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, и живо святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, и Божьей память ныне совершаем, и святых праведных Бога Отец Акима, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. И слово стало, чем то солнце, несравненно превосходнее здешнего, а кроме того, надобно ожидать еще и другой казни. Итак, не будем нерадивы о себе самих, и за кратковременное нерадивое нерадение и беспечность не подвергнем себя вечному наказанию, но будем бодрствовать и трезвиться, будем все делать, и устраивать так, чтобы удостоиться того вечного наслаждения и избавиться от реки огненной, протекающей с великим шумом пред страшным судилищем. Итак, все это непрестанно, имея в виде и размыслив, очистим жизнь нашу и сделаем ее светлой, чтобы с дерзновением узреть Господа и достигнуть обетованных благ. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, мои сил, веру твердую, любовь мою, всемерную, в исполнение мудрости, в соблюдение заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый имя во священии твоем я всегда помнил милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достиг ты места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинно цель стремления, неизъяснимая радость, любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает сотворение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, и за причащение пречистых, сожитающих твоих таинств. Молю же тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кров твоим и тени крыльев твоих. И даруй мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь твоих. Прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе слово высылаем. Со святым, со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольную, ты огонь сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие члены тела моего, все суставы внутренности, в сердце сожги терни всех моих согрешений,
Душу очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе просвети, пять главных чувств, его меня пригвози, страхом пред тобою. Всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела, и слово очищай, мывай, устрояй меня. Украшай, вразумляй, просвещай меня, яви меня, твои обители единого духа, и уже не обителю греха. Чтобы убежали от меня по принятии причастия, всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых начальников, воинов бесплотных, притечу твоего мудрых апостолов. И сверхних твою непорочную чистую матерь, прими их молитвы милосердный Христос, мой сыном света соделай твоего служителя. Ибо ты единый благовосвящение, также сияние душ наших, и тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне жизнь вечная, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника, стой справа славы Твоей, по ходатайствам все чистые Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родивший истинный свет. Просвети духовное очи сердца моего, источник бессмертия, родивший, оживи меня, умершленного грехом. Милости у Бога, любящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих и призвание к помыслам добрым. Когда принял бывает разум и достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждении принимай святыни пречистых таинств. Но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей. Ибо Ты благословенный и прославлен во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего Владыкову по глаголу Твоему с миром. Яко видисто, Отче мой, спасение Твое, ежесть уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, освети и посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и все остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благо Твое царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую слово Твое, им же боголетно научилось естество сущих, уяснилось им человеческие обычаи, просилось и царские священия, Отче преподобнее, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился основание непоколебимой церкви, подая всем некратым и господству человекам, же впечатлеет и... Это детская. Как они здесь заходят сегодня? Вот нет никого, это тут этажи. Вот это справа мой этаж был, второй. А там третий, тут все это сделали. 10 часов почти что. И здесь три этажа. Это 6 постелей, 7-8. И вот наверху еще одна. По лесенке залазишь, 9. Вот на такой маленькой площади 9 человек, да еще широкий сделан на двоих. Это ребятишки, когда кто-то может здесь оставаться. Ну и вот полочки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 полочек. Здесь детская сюда приходит. Женщина. Ну и везде мои книги тут тоже везде. Батюшку, спроси, скажи, что у вас там по Теряевке насчет этого Романа. Когда будет заходить, напомни ему. Это выход после богослужения.
Андрюша, Андрюша, ты Щукина отвезешь картошку ей? А я сейчас занят, а? Повезу сейчас, а кому это? Что отдать? Картошку она пойти, придешь и мешок картошки отвезти. Хорошо? Ну хорошо, вот она выйдет, тогда ее возьмешь с собой. Так, я договорился, Андрюша повезет вас. А может Игорь привезти? А? Игорь может привезти. Ну, может, с Игорем тогда договоритесь. Мне с собой скажите, Андрюша, что Игорю скажи. Да, Игорь машина нет. Это даже удобнее будет, чтобы Андрея зря не трогать. Это не Дыбунов. Хорошо. Варвара отмолилась. Так. Кого-то там еще нету. Я жду и нету. Дольше всех. У нас глухонемая одна осталась. Кто-то помер, кто-то ушел. Так, кто-то толкется, кто-то никогда не заходит на собрание. Когда у нас это? Дальше-то что? Что-то какие-то документы даже судебные дать-то? Ну, это через месяц. Через месяц. Еще себя растянули на 4 месяца. Так, заходи, Ирина. Вот отсюда заходишь, когда. Так видно, Володя тут снимает всегда.